Всем привет, с вами Дэн. Ну что, ребятюнчики, у нас Бланпа и Свотч. Биокерамик Скуба 50 Fathoms. Конечно же, конечно же. Бланпа и версия Pacific Ocean, то есть Тихий океан. И как вы знаете, после прошлогоднего успеха Мун Swatch да, Омега и Своч продано в количестве свыше миллиона экземпляров. Множество любителей часов задавались вопросом, а кто будет следующим? Где будет следующее сотрудничество со Swatch? И многие, кстати говоря, угадали, потому что они предсказывали, что следующей жертвой коллаборации, маркетинга, бабла станет марка Бланпан конечно же, принадлежащий Swatch Group, потому что мы понимаем с вами, что Swatch, Omega, Бланпа, Brigade и другие многие бренды, они принадлежат Swatch Group. И в продажу 9 сентября поступила вот эта самая коллаборация Бланпа, Swatch Biokeramics Куба, 50 Fathoms. По сути, конечно, это, можно сказать, такая, знаете, дань уважения одним из самых первых и уважаемых часов для дайвинга по 50 Fathoms, которые появились в 1953 году и в этом году, в 2023 году, в 2023 году отпраздновали свои 70 летие Многие справедливо считают, что тот же Rolex Submariner, он появился, конечно же, но ну, не в то, чтобы в виде хамажа Бланпа 50 Fathoms, но, собственно, по мотивам Бланпа 50 Fathoms. И в этом году Бланпа 50 Fathoms праздновала свое 70-летие, и в дополнение к собственным лимиткам от Бланпа вышла и вот эта вот коллаборация вместе со Swatch. Эта коллаборация и коллекция Бланпа и Swatch, она не лимитирована, и в данный момент она состоит из пяти часов, которые названы в честь одного из пяти океанов нашей планеты. Это, собственно, Арктический океан, океан да, или как его еще можно назвать? Северный ледовитый океан. Это Тихий океан, Пасифик, да, Атлантический океан, Атлантик-оушен, Индийский океан и Антарктический океан. И расцветка каждой из моделей, она ну как это принято говорить, вдохновляется несколькими подвидами голожаберных моллюсков, которые обитают на дне этих океанов. И в данном случае у нас здесь модель с желтым корпусом Pacific Ocean с таким дымчатым градиентом циферблатом посвящается Тихому океану, самому большому и самому глубоководному. И она имеет разметку с треугольными метками и арабскими цифрами 12, 3, 6 и 9 часов. Окошко даты расположено между индексами 4 и 5 часов. И на заднем стекле как раз, если мы с вами посмотрим, здесь и отображается моллюск Хромодорис культери. Ну, надеюсь, что-то близко к оригиналу я здесь назвал в цветах которого и, собственно, выполнена эта модель. А на самом механизме виден Тихий океан. Ну вот сейчас вы можете видеть как раз механизм и вот эту вот стилизацию моллюска. Скуба 50 Fathoms Pacific Ocean. И здесь даже я бы не сказал основные характеристики механизма или часов, но, в общем-то, основные фишки, да, здесь вот, э, например, указано 91 метр, либо 300 футов, ну и так далее. Ну, в целом, если мы будем говорить, то дизайн модели, конечно же, практически аналогичен. Таковому у Бланпа э, 50 Fathoms. Они имеют. Форму, форму корпуса, которая практически идентична. Ушки, безель, защиту заводной головки. И понятно, что здесь Swatch уже свои фишечки продвигает. В том числе это, например, биокерамика, из которого изготовлен корпус. Это запатентованный Swatch материал, который на две трети состоит из керамики и на одну треть из материала на основе кастрового масла. То есть это такой биопластик. И по словам производителя, он отличается повышенной долговечностью, стойкостью к царапинам и шелковистой мар... матовой поверхности. Ну, я вам так скажу, если вот эту вот, всю вот маркетинговую пругу мы как бы уберем в сторону, то по... на ощупь это просто, ну, тупо хороший такой крепкий пластик. На боковой поверхности у нас нанесен логотип Swatch. Так же, как на стандартных 50 Fathoms, на левой стороне корпуса гравируется имя Бланпа. Да? Но здесь у нас в данном случае Swatch. И э, на заводной головке, на ее коронке присутствуют логотипы обоих брендов. Стекло здесь выпуклое. Тоже сделано из биоматериала с защитным покрытием против царапин. Ну, по сути дела, это такое орг стекло, которое используется на той же Омега Спидмастер лунный, да, и защитным покрытием против царапин. А водозащита здесь вполне такая каноничная, 50 саженей, либо 91 метр, либо 9 бар, либо 300 футов. Стрелки, накладные метки и индексы покрыты люминофором, Внутри механизм с System 51 полностью автоматизированной сборкой, полностью даже, я бы сказал, роботизированная сборка. У него 51 компонент, они скрепляются единственным винтом, 19 камней, частота 21600 полуколебаний в час и запас хода 90 часов. И этот механизм, он не ремонтопригодный, его заменяют полностью. Эти часы поступили в продажу 9 сентября в избранных бутиках Swatch и цена у них 390 евро, либо 400 долларов США. Я их приобрел специально для того, чтобы показать вам видосик. Понятное дело, что в России они стоят ну, примерно в два раза дороже. И, соответственно, за вот это вот пластиковый блан Swatch мне пришлось забашлять 75 тысяч рублей. Как вы понимаете, это не то чтобы, ну, почти в два раза дороже, чем стоит а, модель оригинальная, но тут опять же нужно понимать важный момент. Их купить можно только в бутиках, и онлайн заказать нельзя, то есть нужно кого-то просить. Опять же, вот это вот вся вот эта вот с курсом, с доставкой, со страховкой там и с платой вашему агенту. Короче говоря, я думаю, что через где-нибудь так месяцок они будут стоить где-нибудь Минимум 60, ну, может быть, 65 тысяч рублей. Дешевле они будут вряд ли, потому что мы с вами уже видим, сколько стоит, собственно, коллаборация Swatch с Omega. Ну и, собственно, если вы хотите мои впечатления. Конечно, это такая своего рода квинтэссенция маркетинга, потому что... Что такое маркетинг в часах 23 года? Это, конечно, Swatch и Бланпа, То есть мы делаем пластиковую модель, которая называется Swatch в коллаборации с Blanpo. У нас на циферблате здесь Blanpo и, соответственно, это уже что такое премиальное и люксовое. Хотя, по сути своей, это пластиковый Swatch, который обычно стоит не дороже, чем 200 долларов. Да, здесь все сделано достаточно аккуратно. Здесь приятный такой ремешочек, который э, из хорошего премиального материала сделан. Такого же примерно, как ремни безопасности в автомобиле. Здесь приятные обводы по корпусу, по заводной головке. То есть, вот этот вот пластик или биопластик, или биокерамика, но по сути дела все равно пластик, он сделан приятно. Но, опять же, если вы их спросите у меня, есть же модель Swatch и Омега есть модель Swatch и Бланпа И какие из них отличаются, да? И... В целом, я бы сказал так, что если Swatch и Омега они прям совсем ощущаются на запястье и в руках как какой-то некий прям супер дешман, может быть, в основном из-за того, что там внутри стоит кварцевый механизм, то Swatch и планпа они все-таки несколько более приятные. Может быть, они просто более приятно выглядят. Они, может быть, просто красивее, да? Потому что, ну, Blanpa Fisty они сделаны классно. И вот эта версия, именно желтая с серым, желтая с черным, Тихий океан, она реально такая немножко осенняя, немножко приятная. Она выглядит прикольно. То есть, ну, даже без отрыва от этого, все равно в любом случае ты покупаешь бренд. И даже я бы сказал не бренд, а псевдобренд, потому что вы покупаете оболочку, оболочку. Здесь нет ничего от Бланпа. Здесь есть дизайн, ну это хамаш, допустим, да. Но по сути дела это пластиковый дешевый свотч. Бланпы здесь просто дизайн и надпись на циферблате. У меня также достаточно такой серьезный вопрос, почему они выпустили эту модель осенью, потому что это часы явно летние. Хотя понятно, что версии желтые, они как раз немножко осенние, потому что такие осенние, теплые, желтеющие листья. Это, конечно, будет прикольно носить именно осенью. Окей, но все остальные модели, как мне кажется, нужно было выпускать где-нибудь в мае. Я думаю, в целом они, конечно же, явно лучше, чем Swatch Omega. Они интереснее. Но здесь, опять же, важно понимать такой момент. То есть, Омега это такой масс массовый люкс. А Бланпа это не массовый люкс. Это такой э, штучный люкс. Это конкурент Патек Филипп, это конкурент Адемар Пиге. И для них такой коллап вот для бренда Бланпа, он точно в минус. Если для Омеги это еще, ну, как-то можно было натянуть, презерватив на глобус, да, может быть, где-то, куда-то, то бланпа, в моем понимании, в моем понимании, это точно в минус. Но при этом, знаете, если отвлечься от внешнего, от брендов, от марок, от там какой-то позиционирования, цены и так далее, то часы удачные. Это реально прикольная, это реально прикольная модель. Вот реально прикольная модель. Это привлечение внимания и к Swatch и к магазинам Swatch, потому что ведь вы вспомните, что такое магазины Swatch. Это обычные бутики да, в дорогих торговых центрах. В них перестали ходить все с начала пандемии. Как вернуть туда покупателя? Опа-на! Коллап, Омега и Swatch, которые нельзя купить онлайн. Люди пошли в обычные магазины. Коллап, Бланпа и Swatch. Людям опять пришлось в обычные магазины идти. И все, кто покупали онлайн, и просадка по продажам Swatch, они все пошли снова покупать в обычные магазины. Поэтому в этом плане, конечно же, это очень даже интересный и хороший, как мне кажется, ход. Кстати, мы с вами еще не посмотрели по размерам, а это же ведь немаловажная такая штука. Давайте посмотрим, 41,5 по диаметру, по высоте. У нас здесь с учетом выпуклого стекла 13,9. От ушка до ушка здесь существенный 47 миллиметров. Даже 47,5. с половиной. И на моем запястье 18,5. с половиной. Ну, я вам скажу так. Ремешок приятный, ремешок мягкий, ремешок реально классный. Он очень хорошо сочетается с... По крайней мере, вот этим вот циферблатом у Тихого океана. И на запястье выглядит прикольно. Вот такая хорошая, сочная осенняя модель, да? желто черная падающие листья, классно. И такой циферблат, градиент, бело черный В принципе, на лето эта модель была бы тоже классная. Но вот конкретно в этом исполнении на осень, как мне кажется, тоже прям реально крутяк. Так, что касается веса, то здесь 44,2 грамм. Ну, в общем, на самом деле, совсем ни о чем. В плане качества, в плане од... отделки, мне кажется, здесь все окей. Ну, собственно, пластмассовые часы сделаны, в принципе, в целом нормально, да. То есть, здесь и застежка брендированная, скуба, желтая такая, хороший ремешочек. Ну, и давайте заодно посмотрим Mac. Мак... Вот он градиент от черного в белый, бланпа 50 fathoms, дата. Ну здесь, по сути дела, такой хамаш, только пластиковый хамаш и от владельца бланпа. Конечно же, вам хочется посмотреть механизм, мне тоже. System 51, это вам ого-го, это все полностью роботами собирается. Но надо сказать, что выглядит это все симпатично, потому что он раскрашен вот в этот моллюск, в океан. И, по сути дела, мы даже с вами какие-то движущиеся детали механизма особо и не наблюдаем. Наверное, это особо и не задумывалось. А вообще хочу сказать так. Вот я с ними где-то уже день хожу и с каждой минутой, с каждым часом они кажутся все более охрененными. Именно вот эта версия, вот такая желтая, да, такая сочная, такая жизнерадостная, яркая. Может быть, с другими версиями будет другое впечатление, но вот эта версия, она настолько классная, она настолько охрененная, что ее просто вот не хочется снимать с запястья. Ну и что я вам хочу сказать по итогам. Мне кажется, что в отличие от Omega Swatch, эта модель чуть более проработанная, потому что ну, даже упаковка у нее Вполне себе приятно, это не какой-то дешман из э, бумаги, который был э, у Омеги. Здесь хотя бы более-менее приятно. Понятно, что бренд на несколько голов выше, но тем не менее здесь хотя бы поработали. Что это за часы? Если рассматривать с точки зрения бланпа, то это, конечно же, сувенирка. Если просто как часы, то это супер дорогие свотч с прикольным хамажным дизайном веселых расцветок. Но я хочу сказать еще на самом деле вот что. С развитием соцсетей мы стали слишком агрессивно высказывать и навязывать свою точку зрения. Обязательно надо сказать свою фи и я против. И каждый Вася, особенно если у него YouTube канал или типа того, должен громко заявить, как компании надо работать, какие модели надо представлять. А по сути дела это просто часы. Вот это вот сводч Бланпа это просто часы. Кварцевые часы в узнаваемом дизайне. Нравится – окей. Не нравится – тоже окей. А какой там будет финансовый результат у Swatch – это, собственно, их дело. Поэтому, да, ребята, я вот как фанат Бланпа, я скажу, что, наверное, это что-то неправильное. Но как фанат часов, я могу сказать следующее. Они прикольные. Если их покупать по ритейлу, это, в принципе, ну, достаточно дорогие, пластиковые часы с одноразовым механизмом, но в принципе они прикольные, то есть это можно подарить, это можно взять в коллекцию. Конечно, по тем ценам, которые сейчас есть в России, это 2x2 retail, это, конечно, безумие абсолютно, но если вы сможете взять там, за те же самые 400 долларов, которые их продают, это в принципе, в принципе, все равно немножечко переоцененное, но весьма и весьма. Прикольная модель. Как оно там будет с точки зрения финансового результата, мы с вами посмотрим через год. Но результаты Омега и swatch показали, что в целом рынок принял эти модели на ура. Я не думаю, что последующие модели будут такие же успешные. Я не думаю, что не бланк они там, допустим, потенциальные какие-то другие бренды. бриге например, от Swatch, они будут тоже такие же успешные. Но. Конечно же, в свой сидят не дебилы, они оценивают рынок, они понимают ситуацию, и они выпускают то, что может принести деньги. Мое понимание в долгосрочном периоде для бренда Бланпа это не очень хорошо. Но для группы Swatch в целом это прекрасно. Пишите ваше мнение, как вы относитесь к этим часам. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.